Приветствую на канале. Сегодня у нас в гостях китайская антенна Optim. Что это такое? Вы сразу видите. Это ржавая антенна. Вот, ну, принесли мне ее с целью профилактики, посмотреть, что с ней и как. Негде что-либо брать. Ну, сейчас вот я разберу, покажу, а что у нас превращается эта антенна. Ну, видно, что эта часть у нас в отличном состоянии. Судя для такой антенны, это просто отличное состояние. Бывает и очень страшный, ужасный вид. Вот, но еще не до конца окислил здесь. А также видно, что у нас пришла в негодность нижняя часть, то есть это оплетка. Вот. И из-за чего у нас происходят жалобы, почему не слышно, плохо слышат, меня не слышат, или дальность разговора слишком короткая, на маленькое расстояние слышат. Вот. Да, пока не открутил, покажу, что происходит. Происходит следующее. Попадает влага, окисляется. Все это дело разлагается, превращается вот такое в черное безобразие. Как это лечится? Ну, лечится следующим образом. Смотрим состояние антенны, кабеля вернее. Вот. Ну, уже видно, что она у нас черная, что она у нас непригодна к эксплуатации. Отрезаем еще немножко буквально. И сейчас уже, открыв ножичком, можно будет узнать, стоит дальше эксплуатировать данный кабель или же он идет по системе утилизации. Так, ну видим, что у нас оплетка свежая. Вот. Я посмотрю центральную жилу. Состояние центральной жилы. Состояние центральной жилы относительно удовлетворительное. То есть оно еще не черное, еще можно ее зачистить и применять. Вот. Ну, я, конечно, поменял бы кабель, но у меня на данный момент отсутствует кабель. И товарищу нужно срочно отдать антенну, так как он собрался покататься. Вот. Ну, сейчас я попробую извлечь катушку. С этим я займусь попозже. А катушку вот надо вот это безобразие решить как-то. Открутить. Отшкрябал при помощи шкурки. Зачистил именно это место прикосновения контакта. Оплетки, то есть минусового провода, будем так говорить, тоже зачистил. Ну, как избежать следующей такой, как говорится, неприятности? Ну, единственное, что можно здесь посоветовать, это здесь немножко намазать масло. Именно маслом. То есть, чтобы у нас какое-то было, какое-то водоотталкивание было. Что-либо посоветовать еще я не могу, так как все-таки эта антенна, она находится у нас всегда в таких условиях неблагоприятных, поэтому вот так. Почему не нравится мне именно фирма Optima? Ну, как-то они не очень качественные материалы применяют, не совсем качественные. Потому что по опыту я видел то, что антенны Haster, они все-таки более живучие. И они вместо вот этой вот гайки сверху, они применяли такое тоже подобие гайки, но она из нержавейки была. Она не окислялась. И тем самым такое окисление не было. Вот. Ну и немножко конструкция чуть-чуть другая была. Но это видно, что у нас сибишная антенна. Сначала я думал, что это у нас двоечная антенна, то есть на 144 МГц. Нет, оказалось, что у нас она сибишная, потому что, судя по катушке, вот обычно в двоечной тут несколько витков и идет сразу на центральную жилу. А здесь у нас катушка удлиняющая и имеет заземляющее
заземляющая часть, то есть это как трансформатор своего рода получается. Вот у нас идет заземление. То есть это тоже хороший знак в плане того, что все-таки как-то на всякие разряды, помехи она у нас защищает станцию. Ну, сейчас я буду пробовать еще сюда намажу масло немножко и буду собирать антенну. Установился на место, закрепил, для надежности еще пропаял здесь оплетку, чтобы был контакт. Вот. Ну, тоже удалось здесь запаять, все хорошо. Прозвонил, надежный, хороший контакт с массой, говорит о том, что у нас есть контакт. Это уже радует, то есть вот мы так замеряем, слышно, полная короткая, то есть у нас здесь все починилось. Ну, собственно, на этом весь ремонт и закончен данной антенны. Сильно выдраивать, вычищать я не буду, ни к чему абсолютно. Через буквально какое-то время опять будет такое же окисление. Вот. Сейчас я соберу все на место, как все это дело у нас росло, как было. И будет передан уже товарищу, пусть дальше эксплуатирует свою антенну Optima. Ну вот и все, придал вид данной антенне Optim. Так что всем удачи, друзья. Может, кому-то это было полезно. Очень буду рад даже. Антенну передам товарищу. Уже освоит, проверит, что и как работает она. На этом все. Всем удачи. Берегите себя и старайтесь слушать родителей.